Вести Ульяновск на телеканале России. Мы продолжаем. Отчитаться о доходах необходимо до 30 апреля. В налоговых инспекциях региона проходит декларационная кампания. В обязательном порядке представить декларацию обязаны не только индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, но и налогоплательщики, продавшие недвижимость, бывшую собственность менее предельного срока владения, а также граждане, сдавшие имущество в аренду. Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Самый простой и удобный способ подачи декларации – это электронный сервис ФНС России на сайте налог.ру через личный кабинет налогоплательщика. Декларацию с целью получения налогового вычета можно подать в любое время в течение всего года без каких-либо ограничений.